нас сегодня в Жуковской палате ремесел премьера учебного фильма Большакова Александра Владимировича. Благодарим, вручаем ему диплом от Жуковской палаты ремесел. Благодарим за прекрасное сотрудничество, за съемку этого фильма учебного. Я думаю, что это большой полезный вклад в наше общее дело. Спасибо, Александр Владимирович. И я надеюсь, что ваши ученики, как бы и наши ученики совместные, будут пользоваться этим фильмом, и мы еще будем продолжать наше сотрудничество. Благодарим вас. Я, в свою очередь, хотел бы преподнести тоже небольшой подарок музею палаты ремесел. Данный подсвечник послужил началом данной книги. И вот я его вручаю вам как экспонат в ваш музей и книгу как учебное пособие. Благодарю, это очень ценный подарок, и мы его установим в нашем музее здесь. Благодарю вас. Все считают, что для того, чтобы вырезать винт, требуется круглая заготовка. Но мы сейчас опровергнем то, что вы считали раньше. А самое главное то, что винт очень сложен. Его может прорезать любой желающий, просмотрев этот фильм. Для начала берется квадратная заготовка любого размера, какой у вас есть. Используется для нее любая порода древесины, в отличие от всех других прорезок. Винт можно резать и по хвойным породам, и по липе, и по дубу. Даже заготовка с сучком свободно прорезается. Единственное, есть маленькое но, что сучок немножко тяжелее резать, потому что там плотность древесины намного выше. Как размечается заготовка для прорезки винта? Для безопасности резьбы мы с каждого края оставим по 5-10 сантиметров свободного места, чтобы можно было браться руками. Остальную часть мы размечаем. Лучший шаг для того, чтобы начинающий проще, как говорится, осваивал, берется размер заготовки. То есть, если у вас заготовка идет с размером 4 сантиметра, вы делаете шаг 4 сантиметра. Измеряем полную длину заготовки. Откладываем то расстояние, которое мы будем прорезать, с учетом того, что нам нужно оставить. То есть мы откладываем по 9 сантиметров с каждого края. Далее от этих 9 сантиметров мы откладываем по 4 сантиметра. Оставшая часть осталась также у нас для того, чтобы можно было браться рукой. Далее ставим угольник и размечаем дальше нашу разметку. И таким образом мы размечаем все четыре стороны. Если вы левша, вам надо размечать с нижнего левого в правый верхний угол. Если вы не левша, а обычный человек, то вам нужно с правого нижнего размечать в левый верхний. Это, значит, почему так оно идет? Потому что вам будет удобнее резать именно вот этот наклон винта в эту сторону. То есть у винта, так же как и у резьбы, есть правая и левая резьба. И вот один из них удобнее резать левшам, другую правшам. Но дело в том, что это как, если вы уже набрались опыты, то для вас не составит труда вырезать и ту, и другую.
Далее мы обозначаем центр заготовки, так как будем дальше пользоваться приспособлением. Проводим диагонали. И слегка отмечаем центр косяком. Также с другой стороны. Далее для работы нам потребуется приспособление. Вы можете его изготовить из любой имеющейся у вас доски. Забить в него гвоздь настолько, чтобы когда вы на него оденете гайку и шайбу, у вас еще осталось около сантиметра высунутого гвоздя. Данное приспособление крепится на край стола струбциной. Для облегчения прорезки мы сделаем пропилы. Пропилы лучше производить ножовкой по металлу. Но каждый должен знать одно. Если вы этой ножовкой уже пилили металл, значит зубья у нее зализаны. И по дереву она будет пилить очень плохо. Так что для того, чтобы пилить дерево, желательно иметь новое полотно. Пропил делается по косым линиям от середины до середины следующей грани. Итак, все четыре стороны. По горизонтальной плоскости, не по углам, делаем запилы. Крайний запил делается с нуля, вот здесь ноль у нас, где заканчивается, а там полотно должно углубиться миллиметров на 5, как бы обозначить точку прохода. Следующий же пропил, не оканчивающийся, пропиливается миллиметров на 5, чтобы углубилось полотно по плоскости. Таким образом проходятся все четыре стороны. Далее надо скруглить квадрат, то есть мы переведем его в плоскость восьмигранником. Мы снимем 4 острых угла грани. До середины снимаем с одной стороны. Далее разворачиваем заготовку. И снимаем с другой стороны. Далее
делаем первичную прорезку по углу от середины расстояния между пропилами с наклоном полотна по прорезке. Таким образом проходятся все четыре угла. Далее заготовка разворачивается. И аналогичное действие проводится в обратную сторону. Далее делается черновой проход, то есть вы начинаете резать от начала винта и проходите его в черновую. Нож, косяк должен следить за линией пропила и четко идти по ней. Так проходим все четыре пропила, которые у нас имеются. После чего заготовка разворачивается. И то же самое производится в обратную сторону. С обратной стороны. Черновой прорез закончен, винт у нас обозначился. Дальше начинаем работать с каждой гранью индивидуально. То есть мы берем одну грань, для этого лучше всего взять карандаш и, чтобы не путаться, поставить отметку, что мы начали вот эту грань делать. Вот. И уже не спеша, начисто, аккуратно делать чистовую подрезку с учетом наклона прохода винта. То есть сейчас уже мы снимаем не столько, сколько снимали до этого, а именно просто-начисто подчищаем тот канал, который у нас обозначает ход винта. Вот мы вышли, также обозначаем карандашом его здесь, что эта у нас сторона пойдет в обратную сторону. Разворачиваем заготовку и начинаем здесь также уже с этой стороны начисто его проходить. Не бойтесь с первого раза
испортить винт. По-моему, для того, чтобы сделать идеально, сразу, без ошибки, что-то, это нужно иметь идеальный глазомер. Он, это возможно только лишь крупным специалистам, но единственное, что могу посоветовать, не спешите. А лучше понемножку, не спеша, но зато вы получите то, что вы хотите увидеть. Таким образом проходятся все четыре грани. Далее, для тех, кто хочет получить винт с более глубокой прорезкой, нужно просто углубить эти грани. Мы же, для того, чтобы, так как мы просто учимся, мы полученный винт начинаем дальше обрабатывать. Для чего используется вот такой напильник. В советское время он назывался напильник для работы с цветными металлами. Сейчас его называют обдирочным напильником. В продаже он свободно находится, и просто нужно поискать, если, скажем, в первом же магазине его нет. Если же нет напильников, можно использовать наждачную бумагу, обернув ею квадратный брусок. Эффект будет практически тот же. Что мы делаем? Напильник запускаем по грани винта, при этом слегка проворачивая винт. И в этом случае он именно идеально сравнивает все те ошибки, которые вы допустили. Придавая винту идеальные, правильные формы. Таким образом проходятся все грани. Сначала в одном направлении –